принял постриг преподобный Арсений в обители Сергия Радонежского, в кою пришел, лишь достигнув совершеннолетия, но с твердым намерением оставить суету мира и посвятить свою жизнь служению Богу. Он всего себя отдал монастырским послушаниям. Трудами и постом Арсений изнурял свое тело, умерщвлял страсти, но в то же время он старался укрепить свою душу молитвой, чтением Священного Писания и душеспасительных книг, которые святой сам и переписывал. По прошествии лет преподобный Арсений был избран в игумены Лавры. Правда, и в этом сане он не изменил своим подвигам. Также продолжал носить ветхую одежду, служил всем и молился больше всех. Со временем, стремясь к подвигу безмолвия, святой тайно покинул монастырь и ушел в глухие комельские леса, где на берегу реки Кохтыш великими трудами преподобного была образована и построена обитель в честь положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. 20 лет он являл братьям пример смиренности, нестяжательности, трудолюбия и великой любви ко Господу и ближним своим. Приставился преподобный в 1550 году, и вскоре после праведной кончины его у гробницы святого стали свершаться чудесные исцеления от различных болезней. Шестое сентября. День памяти преподобного Арсения Комельского Вологодского.